6 марта творческие коллективы IT-лицея Казанского федерального университета провели концерт, посвященный Международному женскому дню. Зрители увидели вокальные, инструментальные и хореографические номера в исполнении школьников. У нас многие дети сами по себе талантливые, они приходят уже после музыкальных школ, после каких-то ансамблей, коллективов, потому что талантливые дети талантливы во всем. Но, конечно же, это все не могло бы быть без руководителей кружков, секций, которые у нас в лицее есть. И обычно работа строится вокруг конкретных людей. Появляется человек, который играет на гитаре, вокруг него появляется целый ансамбль. Появляется другой человек, так это все устроено. И действительно, концерты организуют дети вместе с сотрудниками. Спасибо большое тому большому воспитательному блоку, который этим занимается. В своих номерах учащиеся лицея поздравили не только учителей и одноклассниц, но также своих мам и бабушек. Женщинам прежде всего я желаю оставаться красивыми, счастливыми, радовать как себя, так и свою вторую половинку, своих детей. Сегодняшний концерт наш отражал то, что женская половина бывает настолько занята, что у нее даже элементарно времени отдохнуть нет, а не то, что уж побыть со своей семьей. Поэтому желаем любви и счастья. Конечно же, здоровья, потому что, как вы знаете, сейчас это всем нужно, а также счастья и хорошего настроения. Хочу поздравить с наступающим праздником девушек, женщин, потому что тяжело работать на два фронта, они такую же работу проводят дома, такую же работу, как мы, проводят на работе, извините. И хочу пожелать им больше путешествовать, быть счастливыми, и чтобы мужчины вокруг них их радовали и, ну, не только 8 марта за них выполняли домашнюю работу. Камиль Гемоздинов, Алексей Румянцев, Универньюз.